Привет, мальчики и девочки. Меня зовут Василий Захаров. За кадром мне, как всегда, помогает Евграф. Здравствуйте. Как всегда, мы в Старой Доброй Галактике снимаем для вас всякие барные выпуски, барные лайфхаки. Сегодня мы поговорим о методах и о техниках приготовления коктейлей. На самом деле, все очень просто, но вопросы у людей все равно остаются, поэтому мы попробуем все это в одном выпуске донести до вас. Основных методов приготовления коктейлей 5 основных. Это билд, стир, шейк, бленд, фроулинг. Начнем с самого простого. Билд – это когда у вас есть стаканчик, такой или какой-то другой, и вы прямо в стаканчике там положили туалет и прямо в стаканчике наливаете ваш коктейль. Типа, допустим, виски с колы – это билд. On the rocks просто налили туда вискаря и добавили кока-колы. Сделать B52 – это тоже билд. Но тут есть подразновидность такая, типа не метод приготовления, а техника, которая называется лейеринг. От английского layer – слой, ну типа класть слоями. Это когда вы там B52 готовите, кладете по ложечке каждый слой. Типа это тоже билд, вы все строите в бокале, но тем не менее вот каждый отдельный слой, типа вот у вас лейеринг. Если вы делаете мохито, например, кладете в стаканчик мяту и хотите эту мяту помять, это называется мадл, как несложно догадаться, даже вот так вот. Ну, в принципе, это тоже мадлер на конце барной ложечки, и вот у нас есть мадлер. И, соответственно, мадлером вы там что-то разминаете, да, тот же Old Fashion, например, вы при приготовлении, он тоже строится билд, и при этом там есть и стир, и при этом там есть и мадл. То есть вы там кусочек сахара, пропитанный в ангостуре, вы его разминаете. И еще такая фигня, как флейминг, это когда ты поджигаешь, там сделал свой B52, да, слоями. То есть сделал билдом через лейеринг и потом флейминг, это все дело поджег. Но я на самом деле, сколько вот лет я работал в барной индустрии, я никогда не слышал таких слов, типа лейеринг. То есть, ну это может на экзамене кто-то у тебя спросит, когда ты сдал какие-то курсы там. Так, общее представление просто имейте, все, тем более флейминг там. Дай сжигалку, братан, вот так это звучит обычно. Позвольте ваше огниво, сейчас я сделаю флейминг. Нет, такого не встречается. И тоже встречается в билде такая подтехника, как свизл или свирлин иногда еще называют. Это когда у вас есть такая палочка, обычно делается там из дерева, представляете, отсюда растет там много-много всяких веточек, их все отрубают, оставляют, ну не рогатку, а там 3, 4, 5, 6 штучек, торчащих в разные стороны. Вставляют сюда и вот так вот делают между пальчиками. И вы таким образом перемешиваете коктейль, у вас, допустим, много краша, так можно сделать, доработать мохито, перемешать, да, чтобы ложкой там не возиться в нем, или мятный джулеп, такая мини-разновидность. Но это все более-менее относится к билду. Дальше шейк. Шейком все просто, ну, здесь у нас Бостон классический, есть вот, ну, типа, обычный бостонский шейкер, есть шейкер, который здесь закрывается уже ситечным колпачком, классический коблер. В общем, это не имеет значения, это шейк. Когда вы шейкуете коктейль, достаточно делать это от 7 до 20 секунд, как правило. Следите за руками, когда они у вас замерзнут, или вы очень сильно устанете, там, если долго взбиваете. Этого достаточно. Можете обернуть шейкер в салфеточку, только следите, делайте это сверху и снизу, чтобы он с салфетки у вас не выскользнул. Самый неприятный момент. Шейк обогащает коктейль кислородом, и, соответственно, интенсивно смешивает его, взбалтывает. Вот, это что касается шейка. Что касается стира, нужен вот такой вот бокал смесительный. В принципе, можно не заморачиваться, использовать любую часть смесительного бокала от вашего Бостона, там тоже можно смешивать вполне себе. Но сейчас барная индустрия, слава богу, далеко вперед шагнула давно, поэтому есть красивые всякие стаканчики смесительные. Насыпаете туда лед, и вот таким вот образом охлаждаем наш бокальчик, можно так его придерживать, трогать, насколько сильно он охлаждается, чтобы почувствовать. Естественно, он обводняется в это же время. Так смешиваются вещи, которые не терпят шейкования. Допустим, многие коктейли, в которые входят вермут, там, мой любимый Манхэттен. Да, если вермут взбить, это на любителя получится, и это скорее испортит ваш коктейль. Поэтому охлаждение происходит вот так. Вот я его трогаю, все, он достаточно охладился. После этого вы выливаете воду, наливаете туда алкоголь, который вы хотите смешать, или не алкоголь, что у вас там, и уже непосредственно стируете, и все это дело отфильтровываете. Как правило, это делается с помощью джулип-стрейнера, такая вот игрушечка, джулип-стрейнер. Ну, или можно тоже, опять же, не заморачиваться, да, и обычным стрейнером все это дело отфильтровать. По поводу времени, да, здесь
так же, как и в шейке, в принципе, все зависит от льда, но секунд 15-20, как правило, достаточно. Дело в том, что нужно следить изначально за тем, какой у вас лед. Есть лед, который в ледогенераторах поставляется, он имеет температуру там чуть-чуть ниже нуля. То есть, ну вот, буквально вот, вот он уже, видите, капает. Чем дольше вы будете стировать, тем больше у вас просто будет тупо воды. В какой-то момент, через сколько-то там секунд, у вас коктейль перестанет охлаждаться, он продолжит разбавляться только, но уже холоднее он не станет. Поэтому для стира, в принципе, и для шейка это справедливо одинаково, нужно брать лед, который такой вот в формочках, в морозилке у вас там уже 2 недели лежит, который вы берете, и даже если вы его обрабатываете там ножом, он прилипает к рукам, не оттаивает, в отличие от вот этих вот капельных кубиков, которые в руке там чуть-чуть, и все, и у вас уже руки все мокрые. Такой типа сухой лед. Это оптимальный вариант, потому что этот лед сильно охлаждает коктейль, но не так сильно его обводняет. А мы же все-таки хотим алкоголь попить, а не водички. Поэтому этот метод лучше работает, ну, именно с сухим, холодным льдом. Но сухим льдом не в смысле сухим льдом, а в смысле, ну, в смысле сухим, я имею в виду, да, я имею в виду его температура такой, давно охлажденный, и вот я имею в виду температуру, потому что этот тоже он как бы, что в смысле, мокрый. Просто у него температура из ледогенератора немногим ниже нуля, там около того. Следующий, третий метод приготовления коктейлей – это бленд. Это значит, что нам просто нужен блендер. Мы заливаем туда все ингредиенты, при необходимости добавляем туда льда. И, собственно, у нас получаются всякие там клубничные маргариты, смеши, слэши, фроузен коктейли. Смузи. Смузи, прости господи. Слаш. Слаши. И даже, не приведи бог, молочные коктейли. Шучу, молочные коктейли, кстати, бывают вкусные вполне. Мы, кстати, даже готовили как-то, вот здесь можно посмотреть, если что. Это вот, значит, четвертый. И пятый, такой 5-1-5-2 метод, их два рядышком стоят. Фроулинг и роллинг. Фроулинг – это по-английски throwing, когда типа throw в смысле бросать. Это имеется в виду, когда вы берете 2 стаканчика, наливаете смесительных от шейкера, наливаете в один из них необходимую жидкость. Многие, наверное, видели картинки такие по интернету ходят, как Джерри Томас готовит свой знаменитый Blue Blazer. Он поджигал смесь, которая была в шейкере, и какое-то время, переливая его из одного стакана в другой, отдаляете, оп, снова сюда. Отдаляете, оп, снова сюда. Обычно это происходит со льдом. Здесь, соответственно, у вас есть стрейнер, и вы делаете это со льдом. Бокальчик перелил, быстренько обратно, бокальчик перелил, быстренько обратно. Такая вот штука. И роулинг. Обычно это делается уже безо льда, и это на кратеньком расстоянии. Если вам необходимо просто насытить чуть-чуть кислородом. Понимаете, какая штука? Во время шейкования вы сильно насыщаете коктейль кислородом. И во время троулинга тоже. То есть у вас вот это вот все. Насколько сильно это изменит напиток, можно понять по такому простому опыту. Возьмите бокальчик вина и сделайте 2 глотка. Один стандартный, как вы обычно там пьете, да? И все. А второй вместе с воздухом. У вас очень сильно обогатится ваш напиток кислородом, он станет намного более спиртуозным и сильнее раскроется. Это как маленький эксперимент, доказательный к тому, как влияет сильно аэрация напитка на его вкус. Это очень такие значимые вещи. Именно поэтому какие-то коктейли делают только стиром, какие-то только шейком, какие-то билдом и так далее. Троулинг сейчас в основном редко используется, но в основном стир, билд и шейк. Это вот такие основные вещи. Если что-то забыл, напишите в комментах. Вроде, мне кажется, ничего не забыл. Я просто до 4 утра в Warcraft играл. Второй который. Ту-ту-тум-тум-тум-тум-тум. Ну, я вроде решил, что я подготовился, и можно чуть-чуть поиграть. Типа часок. И такой типа, о, 4 часа, та-да-да. Меня, как всегда, звали Василий Захаров. За кадром мне помогал Евграф. Мы снимались в баре «Галактика», который нас прилетел, за что и спасибо. Подписывайтесь на нас, ставьте колокольчики. Подписывайтесь в Инстаграмы, в Фейсбуке, Ютубы, ВКонтакте, Твиттеры.
Заходите на сайт «Около бара» и обязательно на mediabarman.ru. Стартуем в этом году третий ежегодный конкурс. Буду рад всех лицезреть. Пока! Ну да, да, у тебя, ну там типа возьми вот водку просто чистенькую, 50 грамм бахни, и 50 грамм с хорошим льдом, не тот, который разбавит твою водку с водой наполовину. Вот так вот 10 секунд, это, другой напиток будет, я тебе клянусь, просто другой. Я так дома пью вот все, что все эти балканские дистилляты, типа шнапса, ну которые, сами по себе, их не в чистом виде, они как водка с какими-то там отголосками, граппа. Вот эта вот тема. Ну, это же, ну, типа, на мой личный вкус, это невкусно. Но насыпь льда, простируй вот эту вот фигню, которую тебе кто-то привез из Турции, вот буквально 10 секунд. Можешь каплю туда что-нибудь там, типа, лимонного сока каплю или там сахара. Ну, типа, там, для баланса просто. Все, это другой напиток. Его можно пить прям чистым, ходить, наслаждаться, пока он не согрелся, пока он холодный. Они все. Ну и плюс он сковывает спиртозность, поэтому люди, бухающие Егермастер из морозилки, всегда в говно. Они думают, ну какая приятная штука. Такая, а потом ой, на-на.